Привет-привет, с вами Линк, вы на канале Гильдии Леммингов. Мы продолжаем Stardew Valley и по традиции смотрим телек с утра. Тут повтор, королева Соу, Соу Хай с форели. Я всегда начинаю суетиться, когда на столе свежепойманная форель, наверное, это из-за ее нежного речного вкуса. Как бы там ни было, сегодня я поделюсь с вами замечательным рецептом ухи из форели. Ну, нам уже он известен, я на всякий случай. Сегодня третье число, сегодня день рождения Линуса, ну, Линуса. Что бы ему подарить, я даже не знаю. Ну, подарим какой-нибудь сыр, я думаю, он любит всякие сыры. Я не знаю, что его любимое блюдо, я точнее знаю, но я не помню, потому что их много, а памяти у меня не хватает. Вот, на всех запоминать, и я... Ну, к моему большому сожалению, конечно же, это не то, что я там... Ну, невеликий я запоминатель. У нас есть селедка, кстати, свежепойманная. И водоросль. Сегодня мы едем к Робин прямо с утра заказывать ей... Ух ты, у нас, оказывается, было что зарядить. Чтобы заказать ей кухню. Вот, мы хотим также подкатить к Пенни. Вот, нам это нужно для того, чтобы как бы жениться на Пенни. Есть вот факел. Получился, давайте факел заберем все-таки в этот самый Шейн. Привет, я подумал, что было бы здорово написать тебе письмо, правда не знаю... Чего бы написать такого? Прилагаю к письму кое-что. Я стянул это из подсобки в Джорджа Марти, когда-то давно. Только никому не говори. Ну, увидимся, Шейн. То есть Шейн прислал нам старую пиццу когда-то давно. То есть она совсем не свежая. Но, возможно, она какая-то глубокой заморозки была. Я на это надеюсь. Пицца что дает? Пицца дает 150 энергии и 60 здоровья. Она популярна по многим причинам. У нас есть пицца! Уэй! Мы сейчас поедем, закроем еще один узелок также. У нас есть золотой слиток, есть серебряный слиток, а также медный слиток. Серебряный, железный имеется в виду. Вот, и мы можем все это дело... закрыть один узелочек. Еще один узелок. Давайте ракушки продадим, она тоже мне нафиг не нужна. Раковина Наутилуса. Нам нужно срочно позаряжать производство. Я что-то так хожу. У нас еще есть немного молока. Вот. Зарядили, что смогли. Надо пиццу, наверное, выложить в холодильничек пока. Пока она не пропала. Пусть замерзает. Продолжает замерзать. Также можно к Гюнтеру отвести зубную палочку. Вот алмаз. Возможно, за что-то за это получить. Куча у нас цветов. Непонятно, зачем мне они. Но дуваны можно подъехать к Пенни. Но я все-таки лучше буду подъезжать с помощью дынек. Пару дынек я еще возьму. Вот так вот. Сейчас напоим кота. Мяу. Так, есть. И пойдемте. Мы, наверное, уже не сможем. У нас нечего перерабатывать, к сожалению. На переработку больше ничего нет. Вот, пока будет простаивать. Это наша штука. Можно таскать вот в этой луже на удочку. Если вам нужны какие-то мусор на переработку, можно ловить в своих водоемах, которые у вас на территории фермы. Там, по-моему, и рыба толком не водится. Водится какой-то мусор. Так, здесь есть, и давайте посмотрим, что там с курочками. Они все съели, все сено.
Так, ладно. Заправим по новой. Не забывайте, каждый день, если у вас нету автоматической поливалки этой, утя наш вырос. Бусинка это у нас кто? Бусинка это у нас курочка. Это не рядом сидят, и она работает только на бусинку. Почему-то. Кряква еще маленькая, но уже 2500 стоит. Клювдия тоже. Вот, ну так мы только начали разводить. Хотя они уже дают и перья, дают и яйца. Вот, что меня очень радует. Куриц продавать я не буду. Вот, а вот уток можно попродавать немного. Так, сейчас я заряжу все это дело. Тем временем у нас подоспела морожка. Мы перерабатываем морожку. Морожка, я напомню, у нас ее много, она очень дешевая и при переработке она добавляет стоимость. Это совсем чуть-чуть, но каждый раз, когда вы будете ее, ну, короче говоря, она даст небольшой плюс к переработке, к вашему заработку, короче говоря. То есть это немного, но все равно там около сотенки хорошо. Вот там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть из этого образуется, в общем, ваш бюджет. Это, конечно, не основной заработок. Я напоминаю, что мы преследуем целью все-таки развести свиней и со свиней кормиться. Сейчас мы возьмем слиточек один еще железный. Так, железо мы пока выложим, оно нам не нужно. А, хорошо бы и остальное повыкладывать. У нас вот здесь, по-моему, утиные перья. Золотые мы оставим, а обычное мы отдадим. Ой, нашему чудику с пляжа. Все забываю, как его зовут. Так, у нас есть один виноград. Все отлично. Майонез подоспел. А, мы сейчас поедем к Робин. Сразу закажем ей. Это я хотел в шахту выгрузить, чтобы оно не болталось здесь в инвентаре. И хотел вот сюда я, по-моему, выложить, да, все остальное, чтобы оно тоже нам место не занимало. Вдруг что? А, здесь уже не влазит ничего. Понятно. Все, вопросов нет. А, также джем морожка можно продать, я думаю. Ну да, как-то вот так вот. Как-то вот так вот это и должно выглядеть. Майонез, джем, морожка. Ну, пока все. Все остальное пригодится. И мы с вами выдвигаемся за новой удочкой. Мы с вами выдвигаемся за подарком от узелка. Нам нужно с вами сегодня расчистить под респ нашу ферму камней, так я ее называю. Вот, я забыл, наверное, дыня. А, нет, есть дыня. Найти надо, значит, Пенни. С ней поболтать. Что мы несем? Мы несем вот сюда. Что я несу? Что несу? А я не взял дерево с собой, блин. Чудик, сейчас придется вернуться. Закрыли мы узелочек. Что мы сейчас получим? Мы еще одну плавильную печь с вами получили. Кстати, очень вовремя. Нам надо очень много вплавить. И нам остается найти замерзшую слезу и огненный кварц. Вот, чтобы закончить ремонт вагонеток.
Огненная слеза, вернее, замерзшая слеза и огненный кварц. Сейчас мы летим назад домой за древесиной, которую я благополучно забыл. Сейчас мы поставим еще печку, я думаю. Вот, и попробовать найти Пенни. Я думаю, они в библиотеке. Я даже не знаю, где они могут быть. Что очень много всего надо сделать и ну, вот так я ее поставлю, пускай будет. Отлично. А золото мы уже, чем нам оно не нужно, будем собирать его. А, нам нужно золото. Мы что-то хотели сделать из золота, скрафтить, да? Давайте посмотрим. В крафте нам нужно было. Нам нужна сосновая смола. Нам нужно дерево и волокна. Это все есть. Сосновая смола нам нужна. Нам нужно найти сосну и повесить на нее этот самый. Одну из. Иридиевый слиток. Вот это вот мы хотели сделать. Железный слиток, золотой слиток, очищенный кварц. Но это нам надо на весну, собственно говоря, сейчас это вообще не нужно. Вот. Из срочного такого, ну. Можно еще бочонок сделать. Ну, не так уж это важно. Срочного нет ничего. Вот можно сделать экстрактор семян, но тоже пока не горит с другой стороны. Такое, в общем. Печки есть у нас. Громоотводы стоят, не работают. Давно не было дождей, а зимой, по-моему, их не бывает. Так что мы пока отлично себя чувствуем. Пока будем собирать золото, не будем его тратить никуда. Вот так вот я принял решение такое необычное. Ну, для себя необычное, конечно же. Так. Не надо есть козий сыр, надо его собирать и продавать. Так, все у нас готовится, все у нас отлично. Сразу мы выкинем сыры. Нам нужно к Гюнтеру, да? Заскочить к Гюнтеру, найти Пенни. Мы хотели что-то взять. Я зачем-то заехал, по-моему. Я хотел заехать к Робин. Вот, и завести. Заказать. Дерево нам нужно, короче. Заказать у нее. Как его? Как это по-русски? Заказать у нее. Блин, не туда нажал. Два. Максимум два слитка. У меня пока мало. Потом заедем, наверное, к этому. Мы сейчас к Робин сразу полетим. Вот, потом заедем к Гюнтеру. Гюнтер, в принципе, допоздна работает, так что. Скэрлайн, привет, у тебя есть все нужное на ферме? Если нет, то мы можем помочь. Мы продаем разные полезные вещи. Ну, опять немного рекламы от Кэролайн. Вот семейка же. Не, ну с другой стороны, это понятно, воробушки. Люди хотят продвинуть свой бизнес, развить его и получать с него прибыль. Поэтому реклама, как говорят, и как оно есть на самом деле, двигатель торговли, начиная свое дело, вам прежде всего нужно продумать, как вы будете его рекламировать, чтобы об вас узнали. Привет! Ночью я слышала странный шум. Утром просыпаюсь, а мост в карьере как новенький. Какой-то плотник просто чудо сотворил. Ты же сама плотник, почему ты это чудо не сотворила до того, как? Я могу расширить твой дом, сделать с нее кухню, 10 тысяч золота, 450 единиц древесины. Да, yes, у нас есть кухня. Спасибо, я начну завтра, закончу через 3 дня. Окей. Окей. Мару.
Пожалуй, зима — хорошее время, чтобы поработать над моими изобретениями. Может, я смогу сделать что-то полезное для фермеров? Может быть. Клубнички? Пу-бум. Это же... Ого, киржак, вот это превосходно! 6 раз. Окей. А к Вильяму надо не успеть заскочить. У тебя в доме уже есть кухня? Ну, строим, да. Что? Готовка чем-то схожа с работой в лаборатории. В чем же она схожа, Диметриус? Это мне просто так. Какой прекрасный подарок. Ну, с другой стороны, да, немного похоже. Робин. Робин надо козий сыр. Мы с ней уже поговорили. Ей надо возить козий сыр. Тогда у нас с Робин будет отношение отличное. Куда я хотел поехать? Нам, с одной стороны, нужно пофармить все дерево, а с другой стороны, нам некогда. Не дерево, а камень. А нам нужно сейчас еще успеть к Гюнтеру и к Вилли за новой удочкой. Вот. А потом каменный огород никуда не убежит. Давайте сгоняем к Гюнтеру, а потом к Вилли. Все это рядышком. Вот, но они в 4 закрываются. Я вот даже не знаю. А, к Гюнтеру можно позже, сначала к Вилли. Давайте, Гюнтер же там до 5 или до 7, до скольки он там работает. Плюс морковка. Или что это там было? Вилли, привет. Есть, фибергласовая удочка. Стоит она 1800, но мы купим. Мы купим, она классная. Она не самая классная, но она классная. Наживки надо еще купить. Не поскупиться, надо правой кнопочку зажимаете и покупаете наживку у него. Она стоит всего 5 денег. Впоследствии можете потом сами ее выращивать. Но с наживкой удочка клюет лучше. То есть обычная удочка бамбуковая... Сейчас для сравнения чисто. Смотрите. Ну, к примеру. Сейчас что-нибудь клюнет, я надеюсь. Ну, давайте уже, клюйте. Рыбы. Рыб. Да, такая штука рыбалка. Запомните размер поплавка. Вот это первая удочка. Так выглядит. Пунь. Какая-то барабульку. Вот. И сейчас вот такая удочка. И плюс мы еще к ней. В удочке, видите, есть одна ячейка для всякой штуки. Правой кнопкой. Ну, берете эту штуку и правой кнопкой заряжаете удочку. То есть она у нас уже как бы с патронами. Вот, на нее клюет чаще. Плюс поплавок у нее больше, вот зацените. То есть долго не надо ждать, оно сейчас сразу практически начнет клевать. Это из-за приманки, которую вы туда положили. Знаю, по ощущениям поплавок такой же. Я не знаю, как вам. Но мне что-то кажется, огурец поймал еще. Вот, но... Тратить на это время пока не будем. В общем, у нас уже есть новая удочка. Она покруче. На нее можно вместо вот приманки, то есть вместо наживки, есть ячейка. Вот, кстати, ребята возвращаются. Привет. Я хочу поискать жуков, но мама сердится, когда я весь грязный. Сложный выбор. У нас еще есть виноград. Винс, лови. Ого, спасибо огромное, это так круто. Джаз не может понять, что мы от нее хотим. Так, сейчас бы еще не промазать. Алло, алло, Пенни, Лопа. Блин, как-то они идут такой толпой. Надо их, это самое, обогнать. И как-то остановить. Надо вот, чтобы Джаз... Вот. И поговорить с Пенни.
Я всю жизнь прожила в городе Пеликан. Можешь в это поверить? Ну, конечно, ты же местная. Наверное, я много в жизни не узнаю. Винсент, давай чеши, 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 пожалуйста. Хотя Винсенту мы подарок подарили, в принципе... Вот опять, видите, я промазал. Блин. Да я вот Пенни хочу дать, вот. Спасибо тебе, я просто обожаю такое. Блин. О, у нас видос идет, смотрите. Я никак не могу открыть эту банку. А, я никак не могу открыть эту банку. Злится Хейли. И тут я такой. Ой, это ты, Киржакот, правильно? Она до сих пор не знает, как меня зовут. Слушай, у тебя ведь сильные руки. Конечно. Здорово, тогда эту банку ты откроешь без проблем. Сейчас что-то я, наверное, открою. Эу! Эй, у тебя получилось. Эй, у тебя получилось, а ты сильнее, чем кажешься. Я чего-то постоянно путаю голос. Забываю, что это Хейли и что она у нас. Как бы опять подколола вроде как. Спасибо. О, мы, видимо, давно не заходили, и сейчас все видео... А, нет, это просто она пошла. Я стою, туплю. Молодец. А вот бы кто-нибудь угостил меня кофе с мятой. С мятым кофе? Даже и не пытайся. Я знаю, что ты не сможешь такое приготовить. Такой. А я не пытаюсь, если честно, такое приготовить. И... Я вообще тебе подсолнух принес отдать. И... Божечки, это же мое любимое. И все. Уже вечер. Нам бы еще Гюнтер, а мы не успеваем Гюнтер. Ё-моё, долго мы ловили всех этих ребят. И если Гюнтер до 7, мы еще успеем. Но, блин, по-моему, он не до 7. Эллиот уже ушел, значит, библиотека уже закрыта. Блин. Да. До 6 часов. Завтыкали мы маленько. Ну, я маленько. Я обычно. Не расчистили мы огород. Камней наш. Не успели все это время мы возились. С диалогом Хейли. Я приехал кальмара половить. Нам же дали задание поймать этого кальмара или осьминога, или что оно там такое. Сейчас это будет проще немного. Ну, немного разве что. О, не-не-не. Вот как ты его так поймаешь? Вот он, допустим, он клевал. Я уверен, что это его поклевка. Но я с такой удочкой, даже с такой удочкой, точнее, я его не поймаю. Нам нужны наживки. Нам нужны насадки. Нам нужна полоска побольше, явно. То, что я не великий рыбак, и ну тебя в баню, конечно же. Хотя, с другой стороны, нам нужно по-любому вкачивать ловушки. Мне нужно хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь рыбу мне нужно ловить. Может быть, не здесь, потому что здесь какая-то хитрённая клюет в этом месте. Ну, водоросли тоже ничего. Под фонарем. Так, давайте сюда закинем. Кальмар клюет, но я еще не настолько крут. Вот видите эту поклевку. Хотя это, по-моему, не кальмар, но нереально его поймать. То есть я не поймаю с такой полоской, блин. Пойдемте лучше в реке где-нибудь будем тренироваться. Или вот здесь вот. А, сейчас же ночь. И ночью, наверное, только вот эти кальмары и клюют. Которых мы поймать не можем. Ну, нужен очень серьезный скилл. Вот, которого у меня нету. Чтобы поймать эту рыбу.
То есть, и плюс, чтобы повезло вам очень здорово, чтобы, блин, камбалу поймали. Лучше много простой рыбы поймать и получить очень много очков экспо, чем... Сейчас последняя поклевка, последняя попытка. Ну вы смотрите, вот как это можно поймать вообще? Это нереально. Нужен крючок. Вот, крючка еще нет в продаже. Мы еще его не открыли. Вот, нужна удочка следующего грейда, наверное. Еще и насадка двойная, чтобы еще и крючок, и пробка были, наверное, чтобы полоска была широкая. В общем, и магнит был. А, так, наверное, нельзя сделать. Можно только приманку или одну из них. Ну, я люблю пробку. Пробка расширяет полоску удочки. Вот. И как бы вам проще даже хитрую рыбу можно на максимальной полоске выуживать, в принципе, несложно. Так, что будем готовить, господа? О, как неожиданно. Это же хмель. Так, здесь все понятно. Здесь заряжаем. Нам бы еще разочек собрать урожай. Я думаю, что... Может, мы даже успеем. Чтобы оно здесь все это дело приготовилось. У нас есть 5 слитков для похода к кузнецу. Мы все равно пойдем к Гюнтеру. Нам надо все это отнести. Заодно и 5 слитков и нашу кирку мы отдадим кузнецу. Пусть он ее вкачает. Вот. Робин начнет апгрейдить наш домик. Так, нам надо все равно что-то пере... Сейчас. У нас есть куча руды. По-моему, вот, да, вот этой руды мы будем тоже ее пережигать. Выложить надо на продажу. У меня здесь кое-чего. Кое-чего? Кое-чего. Так. Есть. Надо немного разгрузиться. Рыбку выложить. Так. Нам, по-моему, нужен уже сундук для рыбы. Насколько я понимаю. А, давайте его сделаем. Отдельный холодильник для рыбы. Вот так вот. Понесем мы его в дом, и будет он у нас в доме стоять. Вот здесь вот где-то. Тоже белого цвета. Морозильник для рыбки. А то рыбка нам забивает инвентарь. И ее бы продавать, конечно, но я пока не буду это делать, поскольку мне же нужно... И водоросли, наверное, туда же заберу. Я пока повыкладываю вот это все. Крабы. Ну, крабы не рыба. Собственно говоря. Ну и водоросли, не рыба. Ну а сундук забит. Давайте все-таки положим. Ну, я понимаю, что я сейчас разговариваю сам с собой, и наверняка непонятно для вас. Я имел в виду, что обычно я держу 2 сундука для... Один для рыбы полностью, для рыбы, чисто для рыбы, только для рыбы. Второй, у меня вот эти вот водоросли всякие, всякие ракушки, всякие моллюски, вот эти, то, что рыбой называется. Вот, для чего это нужно? Чтобы... Обычно на пляже идет дроп,
Вот, или то, что я буду доставать из крабовых ловушек, чтобы не разбрасывать по сундукам, а складывать все в один. Поэтому я так сразу и сортирую его, чтобы это все было в одном, в одном месте. Так, и нужно выложить сюда еще удочку старую. Старая бамбуковая удочка. Теперь у нас фибергласовая с наживкой, со встроенной. Наверное, пока выложу здесь факела эти, они не нужны. Ага, есть у нас дуваны, можно для Винсента еще взять виноградик из ягод, сбегать за грибами. А, перец нужно забрать. А, мы же сюда все выложили в холодильник. Тю, что-то я туплю. Вот это все нужно. Ну, вот это не нужно. Но вот это все можно забрать. У нас есть еще одно яйцо. Ну, фактически два, но. Но одно. А, на переработку, которую мы можем поставить. Мы можем немножко половить мусора. Я вам заодно покажу, как это работает. Рыба, по-моему, здесь не ловится, зато мусор клюет. А нет, смотрите, какая-то рыба у меня даже здесь клюнула ночью. Очень странно. Давай уже поймайся, алё. Сейчас еще и зафейлю. Окунь. Окушка поймал, надо же. Я думал, здесь один мусор водится. Да, вот мы поймали мусор. Пойдем поставим его на переработку сразу. И пойдем спать, поскольку у меня очень мало энергии, а нам нужна она завтра будет. Мы, по-моему, не поздравили сегодня Линуса. У Линуса днюха. Линуса днюха. Я даже не знаю, что Линусу подарить. Может, тортик? Не знаю, любит он розовые тортики или шоколадные тортики он любит. Давайте попробуем шоколадный торт ему подарить. Успеем быстренько смотаться к Линусу. Он тут недалеко. Может, и успеем. И наверняка он спит. Я даже на фрукт не позарюсь. К Линусу в палатку можно, по-моему, в любой момент зайти. Да, он не спит. Я вынужден остерегаться незнакомцев. Немногим нравится дикий человек. А, Линус, я просто торт тебе вручу. Ты помнишь про мой день рождения? Спасибо, это так здорово. Но это не самый любимый его подарок, блин, и зафейлили мы с тортиком. Кто знает, что любит Линус, напишите, пожалуйста, если есть такая инфа. Вот. Но я знаю, что там всю еду, в общем, яйца, там, сыры и все такое, я обычно его яйцами закармливал. Вот. Но, возможно, есть какие-то предпочтения. Кто знает, поделитесь. Яйца уже нет, ну ладно. Хотели сегодня пораньше лечь спать, называется. Ах, и даже до кровати успели добежать. Ну ладно, зато не пропустили днюху, хоть как-то поздравили. Вот, могли бы сделать пару сердечек, конечно, но. Как получилось? 7 тысяч, 7 700, между прочим, неплохо. Всякие сыры, майонезы,
пробустили. Морожка джем, вот о чем я говорил. Три морожки мы переработали. 7 утри 21 денег, а так 180 получилось. Это немного, конечно же, но все равно из 7 сделать, точнее из 20 сделать 180 тоже неплохо. Вот, ну и бутыль, конечно, козьего молока хороший тащит. Когда уже козы все будут такие бутля давать, я жду с нетерпением. Раковушки наутилуса тоже немножко дали нам денег, но мы потратились. Там Робин начнет сейчас изготовлять, нам кухню делать, стучать молотками, а мы с вами отправимся к Пенни по традиции телек с утра. Ломайте голову над тем, как получить очищенный кварц. Просто закиньте обычный кварц в плавленную печь. Правда, вам еще понадобится кусок угля, чтобы поддерживать в печи температуру. То есть, ну, это для тех, кто не знает, как получить огненный кварц. Причем их 5 не надо, как руды. Их достаточно одной единички. Вот Робин начинает там постукивать, позвякивать. Так, мы получили 4... Надо к кузнецу отвезти медный слиток. Я потерпи, у меня здесь еще много работы. Я случайно на нее кликнул. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Так, рыбу мы оставим у рыбы. Окушок пополнил нашу коллекцию. Фрукт остается фруктом. Нам нужно сейчас запустить производство, чтобы что-то заработать. Сейчас мы потом побежим с котом, пообщаемся, нальем ему водички. Если б не кот, я бы с удовольствием эту лейку выкладывал. Потому что поливать здесь нечего. Плюс один слот в инвентаре. Это немало. Вот, но кота надо поить, к сожалению, каждый день. О, мы шерсть получили. Мне не показалось. У нас есть шерсть. И все еще нету... Эх, знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сделаем еще один... еще одну соковыжималку, короче говоря, и повесим его, найдем сосенку. Повесим соковыжималку на сосенку. Потому что, блин, как-то... Как-то у нас... я пропустил этот момент. Я ударился в заработки и совсем забыл за эти соковыжималки. Нам надо свою рощу посадить бы. Хорошо. Сейчас я, наверное, так и сделаю. По дороге сейчас засадим всю рощу шишками, чтобы... дерево мы выложили, да, по-моему? Угу. А куда мы выложили дерево? Или у нас дерева совсем не осталось? Кто помнит вообще? Где делось наше дерево все? Камень 172 я вижу. Неужели мы последний сундук скрафтили из дерева? И у нас совсем ничего не осталось. Это печально будет. К сожалению, зимой ничего не растет, поэтому... Вон, кстати, у нас сок. Тут червяки. Давно я не ездил по своим этим самым. О, еще ржавая шпора. Ржавая спора, хотел сказать. Посадим немного деревьев. Пусть у нас будет сосновый лес собственный. Я не сажу вот на этом, на этой штуке, потому что здесь трава у меня обычно растет. Сильно рядом не садите, потому как оно должно... На каком-то расстоянии деревья друг от друга быть, чтобы нормально расти. Почему я пешком здесь бегаю? Непонятно. Где моя лошадь?
Я совсем забыл, что у меня есть кленовый сироп. Это не сосна случайно, нет? Нет, это, по-моему, тоже. Все дерево сейчас будет собираться, просто все. Сейчас мы поедем еще в лес. Ну, не сейчас, сразу после кузнеца, блин. Почему я всегда забываю их запустить? Так, здесь это не нужно, и вот это здесь не нужно. Все, производство есть. Очень жаль, что деревья не растут. Очень жаль. Просто вот очень жаль. С зимой какая-то проблема, я не знаю, из-за того, что холодно, или, в общем, еще какая-то беда случилась где-то в нашем королевстве. Вот, но зимой ничего не растет из деревьев. Печалька. Книжку нашли. Так, цветочек. Сделали мы цветочек. Нам, я не помню, что не хватает. Что нам не хватает для того, чтобы закрыть бойлерную? А, у меня кварц, слеза. Ладно, хорошо. Хорошо. Мы едем сейчас... О, мэр Льюис там чего-то пилит, гляньте. Что ты делаешь, мэр Льюис? Я по вечерам за лун бывает очень оживленным. Иногда мы даже кладем монетку в музыкальный автомат. Надо будет, кстати, попробовать. Я люблю заходить сюда раз в неделю, чтобы послушать новости. Перец, мой друг, перец. Ого, да это же мое любимое, спасибо. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Нам ведь не сложно. Кто там выходит? Эллиот. Эллиот, ладно. Мы сначала кузнецу заберем. Мы ему что-то давали на апгрейд? Нет. Улучшить инструмент. Мотыга. Требуется 5 медных слитков и 2000 золота. Спасибо, я начну как можно... Спасибо, я начну как можно скорее. Через пару дней будет готово. Слушай, Роллы, такое Эмили терпеть не может. Она очень огорчится из-за такого подарка. Ну, у каждого свой комплекс. Ну, окей, окей, окей. А, мы с ним не дружим, он нас туда не пустит. Какие-то чертежи по металлу. Поилка для кота. Так, ну, кирку мы отдали. Давайте заедем к Гюнтеру. Отдадим свои находки. Возможно, что-то он нам подарит. За наше, так сказать, за наш вклад. Вот куда мы каплю дели, видите? У нас была капля. У нас уже была капля, но мы ее... Да, мы нафармили на подарок. Подкова у нас уже известна. Чё ты нам подаришь? Скелет. Отлично. Вообще, всегда такой хотел. Новости технологий. Недавно были опубликованы чертежи нового продвинутого устройства — кристаллариума. Это устройство может выращивать кристаллы практически из ничего, представляя своему владельцу бесконечный запас драгоценных камней. Работает оно так. Положите кристаллариум нужный вам драгоценный камень. Наберитесь терпения, процесс может занять до нескольких дней. Однако, в конце концов, кристаллариум вырастет точную копию нужного вам камня. Когда устройство закончит дрожать, процесс завершился. Когда вы извлечете готовую копию с кристаллариума, он тут же начнет выращивать новую. Больше от вас не потребуется никаких ресурсов, если только вы не захотите сменить копируемый камень. К сожалению, кристаллариум не работает с такими чрезвычайно редкими камнем, как радужный осколок. По неизвестным причинам ЭМП от осколка негативно влияет на кристаллариум. Электромагнитное поле, видимо. Он также не копирует руду. Вот. Ну, я копирую алмазы обычно на этой штуке.
Поскольку алмазы рулят. Так, нам нужно построить прялку. У нас нету сосны. Но если построить... Надо 2 медных слитка и 40 дерева. У нас дерево 38. Где-то нужно найти дерево и медные слитки. Давайте сгоняем на пляж. А с пляжа сгоняем, все-таки расчистим поле для драгоценных камней. Вот, для драгоценных. Ну, короче, нашу ферму камней, короче. Короткую ферму коротких камней. Коротко очистим. О, здесь рыба водится, смотрите. Обращайте внимание на такие приятные плюшки. Она мгновенно клюет. Бум-бум. Сардинку поймали. Когда появляются вот такие... О, диск чей-то. Тут можно очень много наловить, если вы поймаете. Еще и нормальную рыбу у вас попадется, не такая, как у меня сейчас. Видите, вредина. Ее фиг поймаешь. Она то вверх, то вниз. И, по-моему, это как-то еще влияет на ваш поплавок. Это все сардина, блин, какая-то несчастная. Но она так нервы портит. Просто капец. Я, кажется, понял, как она клюет. Но зато мы вкачаем, возможно, этот самый рыболовство. То есть, если вы тащите вверх, она будет тащить вниз. Если вы тащите, это сельдь была. Если тащите вниз, она будет вверх. Эти кружочки могут быстро кончиться, кстати. Это опять сельдь, по-моему. Судя по поклевке. Очень тяжело ее в центре держать. Очень тяжело. Нет, опять сардина. Она то норовит постоянно сбежать, короче, из центра поплавка. Не гонитесь за сундуком, а то вы не поймаете ни рыбу, ни сундук. Просто совет. Мы сейчас, что мы делаем? Мы вкачиваем. О, Джуджа Кола, такое тоже бывает. Но она стоит 75 денег, кстати. О, вот это что-то неуловимое какое-то. Вы видели, как оно клюет? Очень тяжело удержать ее в центре. Я чувствую, бодаться с ней придется долго. Но это что-то новое. Ох ты, тунца мы поймали. Тунец вообще редкая штука. И прям очень хорошо, что мы это сделали. Можно выкинуть подкову, конечно. Можно и вертолетик. Пунь. Ну я все еще закину. Я очень хочу вкачать крабовые ловушки. Просто очень хочу их вкачать. А для этого нужно, ну, пробовать что-то ловить, чтобы вам экспо давали. Огурец мы поймали, гляньте. Как забавно. Тоже похоже на огурец поклевка, кстати. А нет, а это сардина, оказывается.
если не появились вот такие вот штуки, то вы не попали в нужную цель, так сказать. Очень не хватает ширины поплавка, просто очень не хватает. Господи, мы сардин уже наловили столько, что я не знаю, что теперь выбрасывать. Давайте шпору, она нам нафиг не нужна. Хотя надо было попробовать шпору продать, может быть, она стоит денег хороших. Ну, сейчас не до нее. Сейчас пока есть возможность, будем вкачивать... сельдь. Блинский блин. Ну пошел мусор выбрасывать. Пульк. Надо было вот сюда кинуть и посильнее. Он бы тогда ее туда вытолкнул. А видите, я промазал и закончился клев сразу. Ну и ладно, в принципе, мы много наловили. Мы с вами поймали 5, 6, 7, 8, 9, почти с десяток рыб. А, ну, включая джуджу-колу и водоросли. Вот, за короткий промежуток времени. Это, в принципе, очень классно. Куда мы с вами ехали? Мы хотели, наверное, искать Пенни. Гюнтер уж мы заезжали, по-моему, да, и все ему отдали, и получили скелета, да. Там их не было. Значит, возможно, они где-то в парке, возможно, вон сверху Винсент. А может быть, и они у себя. А с тобой не так скучно, как с остальными взрослыми. Может, это потому, что я тебя виноградом подкармливаю? А, у Винсента уже есть два подарка. Ну, логично, если у Винсента есть два винограда, значит, мы, возможно, и Пенни два виноградика уже скормили. Мару. Привет, как дела? Неплохо. Сейчас самое время исследовать пещеры. Я бы и сама сходила, но папа выйдет из себя, если узнает. Ну, такое, да, бывает. Блин, а клубнику мы уже все... истратили. Окей, ладно. Тут, похоже, видео какое-то есть. Ух ты. А, вот сейчас надо... Придется нам в Короли Прерии играть с Эбби. Она нас попросит. Кирзакот? Нельзя так тихо входить в комнату. Я напугалась. Эх, я тут часами играю в путешествие короля прерии, но до сих пор не могу пройти даже первый уровень. Эта игра ужасно сложная. Ну или я просто совсем не умею в нее играть. О, а хочешь попробуем пройти этот уровень вместе? С твоей помощью может получиться. Ну давай. Блин, а у меня рука затекла как раз. Вот, и у меня теперь... Так, как пробел стрелять, да? А стрелять нет, вот в эти штуки. Надо собирать... блин. Зафейлил. Собирать предметы, но аккуратненько старайтесь... Она вас прикрывает, но как-то слабенько она прикрывает, поэтому на нее особо не рассчитывайте. Вот, придется вам самому отдуваться за все эти дела. Тут надо пройти несколько уровней. Сверху бежит полоска, если вы видите, атаки. Вот, на вас идут... А что это было? На зеленые штуки нельзя наступать, или что? Или как это вообще называется? Я двигаться не могу, алё. Что это за... Игра зафейлила, алё. Так не должно это работать. Блин. Так не я виноват, Эбби. Ну что ты? Видимо, зеленые штуки, да, нельзя наступать. А вот эту штуку надо взять. И они все взрываются. Или можно, смотрите. Я вот наступаю, в принципе, норм.
Половину прошли, говорит нам Эбби. Да, надо, видимо, всю зеленую полоску выдержать. А тут есть оружие. Вот звездочки, как в Танк Сити, видите, или в этом самом. В Контре, если кто играл в такие ретро-игры. Ну, сейчас они называются ретро, раньше это были вообще топовые игры, которые вообще могли бы быть на приставке. И тут тот же принцип, просто стреляете. Эй, а у нас получилось! Мы победили. Yes, помогли мы, короче говоря. Эй, а было весело? Ну, спасибо, Киржакота, ты умеешь обращаться с джойстиком. Чего это я удивляюсь? Ну да, я же ботан. Я такое могу. Блин, и к Пьеру мы не успели. Привет, хочешь немного закупиться? Ну, ты же уже не работаешь. Как я немного закуплюсь, алё? Алё? Сделай глубокий вдох. Чувствуешь, это запах моря? Какие чувства он у тебя вызывает? Смешанные, друг мой, смешанные. Мы искали Пенни. Мы здесь искали Пенни. Сом. Нужен Сэму. У меня есть какой-то сом, но я не уверен, что он тот самый. Потому что сомов тут разновидность большое множество. Пенни нет у нее дома. Где она ходит? Не знаю. Так, Шейн. Чего? Оставь меня в покое. Как насчет перца? Ого, Киржакот, откуда ты знаешь, что это моя любимая? А, просто знаю, да. Пенни, где же тебя найти? Где же тебя найти, Пенелопа? Возможно, она детей отводит. Возможно, еще где-то она ходит. Я даже не знаю, где ее искать. Время позднее. В принципе, она должна быть... Детей здесь нет. Она должна была уже их всех развести. И возвращаться домой, но я ее не вижу. Еще раз глянем, может, я ее пропустил. Она могла Джаз отвезти, в принципе, отводить домой, и сейчас, по идее, должна возвращаться. Столько времени на это трачу. Нет, здесь тоже нет. Пенни какая-то неуловимая просто. Ага, сейчас. Выкопать-то нечем. Ну, и ладно, собственно говоря. Предлагаю проехаться. Здесь, наверное, дропа уже собралось. Целую кучу. Целая куча дропа. А, у меня полный инвентарь, боже мой, что я чудю. Да, здесь уже куча цветов. Вы когда не собираете, она не стакаются периодически. Блин, так и не съездил я ко мне, не пофармил. Может, сейчас этим заняться? Я вот думаю. Мне надо выгрузить рыбу. Я рыбы наловил целую кучу. Так, водоросли, всякие огурцы, опять же. Джиджи-кола в нижний ящик пойдет. Да, как-то так. Сейчас зарядим еще. Есть, это есть. Что там с Робин? Непонятно, она там замерзла, что ли? Что-то с ней явно происходит не то. Так, вот это сюда... И яйца разбросаем. Цветочки положим. В
цветочный ящик. А, ну, я думаю, все остальное надо продать. А, он развисло вроде. Все нормально. У нас тут на продажу много скопилось всякой всячины. Да, надо шерсть бы переработать. Мусора нет, можно мусор половить с другой стороны. Хотя не знаю, уже, наверное, вряд ли мусор половлю. Давайте поедем все-таки, пока есть время. Поедем, камни постучим. У нас, правда, энергии нету, но насколько хватит энергии. Можно съесть виноградик. Что тут еще можно съесть? Шишки не едятся. Дыню жалко. О, видос. Киржакот, идем постоишь у костра. Это так здорово. Я надеялся, что ты как-нибудь ко мне заглянешь. Я к тебе вчера заезжал. Я хотел извиниться за то, что не доверял тебе раньше. Многие обращались со мной, неважно, вот я и стал осторожнее с людьми. Но ты ведешь себя со мной неожиданно мило. Ты уникальный человек. А еще я считаю тебя своим добрым другом. Слушай, я тебе хочу кое-что показать. Заходи внутрь. Так что это было? Что за звуки? Алло. Ага, вот так, видишь? Это специальная наживка. Я сам ее придумал. Рецепт. Первоклассная штука. Сам бы ел. Вот хочу поделиться с тобой рецептом. А, это он наживку там, видимо, чвакал. Вы научились готовить дикую наживку. Отлично. А то я что-то не совсем понял, что за дела там. Может, Линус решил массаж мне сделать? Блин, я опять на этих червей по привычке останавливаюсь. А, сегодня 4 число, да. Нам остается еще завтра, чтобы Робин закончила этот самый... Сейчас просто добудем как можно больше, сколько успеем. Вот, чтобы Робин закончила, ага, сейчас мы добудем, сколько успеем тут. В баню я не поеду. Буду лопать 63,98. Лучше яйцо съем. Яйца хорошо, кстати, вкачивают энергию. Вот, так что, если получится у вас, таскайте с собой стак яиц. Не прогадаете. Ну, лучше, конечно, какие-нибудь грибы. Потому что грибы у нас стоят немного, или морожка. Вот, и яйца лучше, конечно, перерабатывать в сыры и продавать их сырами. Потому как это плюс к деньгам, а энергия дело такое. Сами понимаете. К весне надо бы, конечно, еще прокачать нам лейку. Хотя мы уже, в принципе, лейку вкачивать не нужно. Знаете почему? Потому что у нас появилось золото, и мы можем просто спринкерами все заставить. Обычными спринкерами. Вот. И решить эту проблему раз и навсегда. И лейку вообще не апгрейдить. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
один. Ну все. На сегодня все. Часть мы расчистили, нашли 100 камня. Нам теперь хватает камень на курятник, но не хватает дерева теперь. Нужно дерево искать. Давайте часть отсюда заберем. Тут не нужна глина, вот это не нужно, вот это не нужно, все. Еды бы здесь какой-то оставить, но, блин, еды с собой тоже нету, к сожалению. Поехали. Черви, сейчас вот это какое-то, знаете, вселенское, ну не западло, как это сказать правильно, закон подлости, я думаю, что когда у меня нет с собой тяпки, сейчас все черви на улицу повылазят. Устроят массовый гулёж. Так, мы еще заберем немножко шампиньончиков. Опять мы поздно ложимся. Опять энергии не хватает. Там Робин как-то вяленько стучит. Так, мы зачем-то с собой таскаем уголь. А, мы потому что все зафармили, наверное. Мы все зафармили и переработали. Зафармили, говорю, все переработали. Уголь надо, наверное, выложить просто, чтобы освободить слот. Ну, руды уже никакой не хватает. У нас все уже в слитках переведено. Я сейчас, наверное... Сейчас, наверное, я ничего уже не сделаю, потому что ни дерева нет, ни времени. Вот. А завтра мы поедем, дофармим дерево, начнем фармить его уже на улучшение птичника. Нам нужно 20 тысяч. У нас уже 11 есть. Вот. Мы будем собирать на птичник. Потому что птичник нам очень нужен. Вот прям очень. Шишки мы, наверное, выложим пока. Вот. И еще у нас время хватит поставить где-нибудь вот тут скелета. Ну или вот тут. В качестве украшений. Ну, рыбу нам вкачают, нет? Нет, рыбу нам не вкачают, к сожалению. Не хватило нам, видимо, 4600, то есть вот у нас уже есть 15 тысяч, то есть завтра мы закончим собирать деньги на птичник. Я думаю, что завтра мне тоже удастся переработать все это дело в деньги и еще 5000 насобирать. Правда, 950, почти 1000 нам дали ракушки и кленовый сироп. Но все же я надеюсь, что у нас все получится. А завтра мы соберем ресурсы, дрова на птичник. И как только закончит птичник, вернее, делать нам кухню, пристраивать Робин, мы отправимся сразу заказывать ей новый птичник. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Серию я закончу. Всем удачи, всем пока. Увидимся в 5-м числе уже завтра. Все давайте в следующую серию. Всем пока.